Еще в 80-е годы конструкторским бюро приборостроения была решена проблема оснащения подразделений ротного звена недорогим по стоимости, высокоточным, практически снайперским управляемым оружием. Первыми комплексами такого класса вооружений стали легкие, носимые противотанковые комплексы «Метис» и «Метис-М» с дальностью стрельбы 1000 и 1500 метров. Заложенные в комплексе перспективы совершенствования позволили создать еще более могучий, многоцелевой, всесуточный противотанковый ракетный комплекс «Метис-М1» с дальностью стрельбы до 2000 метров и тем самым перейти с трех- на двухзвенную систему противотанковой обороны. Комплекс «Метис-М1» состоит из пусковой установки, выстрела с управляемой ракетой калибра 130 мм и тепловизионного прицела. Система управления комплекса полуавтоматическая, с передачей команд управления на ракету по проводной линии связи. Главная отличительная особенность комплексов семейства «Метис» — это простота конструкции ракеты, на борту которой практически нет сложной аппаратуры управления, что, как следствие, определяет невысокую стоимость ее производства и высокую надежность функционирования. Элементами бортовой аппаратуры управления ракеты являются только пиротехнический трассер, катушка проводной линии связи и рулевой привод, работающий от энергии набегающего потока воздуха. Ракета комплекса «Метис-М1» по составу блоков практически близка к неуправляемому снаряду. В течение всего срока хранения ракета контрольным проверкам не подвергается. Вес управляемой ракеты комплекса в транспортно-пусковом контейнере – 13,8 килограмма. С высочайшей точностью ракета комплекса «Метис-М1» доставляет свой заряд к цели на дальность 2000 метров всего за 12 секунд. Многоцелевое применение комплекса обеспечивается оснащением ракет двумя типами боеприпасов – кумулятивным и термобарическим, конструктивно выполненных в одних и тех же габаритах. Могучая кумулятивная боевая часть с лидирующим зарядом пробивает броню толщиной 950 мм за динамической защитой, что позволяет поражать современные танки армий всех стран мира. Ракета, оснащенная термобарической боевой частью, обладая фугасным воздействием огромной разрушительной силы, позволяет эффективно поражать укрепленные инженерные сооружения и не дает шансов на выживание живой силе противника, укрывшейся даже в хорошо укрепленных объектах. Сочетание снайперской точности попадания ракеты, могущества боевых частей и невысокой стоимости боеприпасов позволяет применять комплекс по опасным малоразмерным целям, таким как снайпер, укрепленные огневые точки, а также для подавления средств управления боем. Наиболее сложным устройством комплекса «Метис-М1» является многоразовая пусковая установка, несущая в себе секрет управления простой и могучей ракеты. Она включает в себя прицел прибор наведения, электронно-аппаратурный блок управления, треножный станок с приводами вертикального и горизонтального наведения и систему запуска ракеты. Без ухудшения тактико-технических характеристик комплекса «Метис-М» пусковая установка нового комплекса «Метис-М1» за счет применения микропроцессорной элементной базы весит лишь 9 килограмм, а ракета при том же весе и габаритах имеет бронепробиваемость 950 мм вместо 850. Для обеспечения стрельбы ночью на пусковую установку устанавливается тепловизионный прицел, который обеспечивает эффективную стрельбу ночью и в затрудненных метеоусловиях на дальностях до 2000 метров. В процессе боевой работы оператор, исходя из условий видимости, может быстро менять режимы наблюдения за целью с оптического на тепловизионный и наоборот. Комплекс «Метис-М1» является носимым и переносится во вьюках. Комплектация вьюков может быть различной, исходя из условий постановки боевой задачи. Вариант вьюка номер один – пусковая установка и тепловизор. Общий вес вьюка – 18,5 килограмма. Второй вариант вьюка номер один – пусковая установка и ракета. Вес этого вьюка – 23,5 килограмма. Вьюк номер два во всех вариантах комплектуется двумя ракетами. Вес его составляет 28,6 килограмма.
Комплекс мобилен и может быть доставлен солдатам в самые труднодоступные места проведения боевых действий. Для расширения диапазона боевого применения комплекса, а также увеличения боекомплекта, комплекс может размещаться на любых автомобилях, а транспортировка вьючного варианта, благодаря компактности и малому весу, не представляет проблем. За 15-20 секунд комплекс переводится из походного положения в боевое и обратно. Имеет высокую скорострельность, позволяет вести стрельбу с подготовленных и неподготовленных позиций из положений, удобных для оператора. Лежа, стоя из окопа, с различных боевых машин. В развернутом боевом положении комплекс позволяет расчету свободно перемещаться по линии переднего края и менять огневую позицию. Небольшие габариты и вес, оригинальность конструкции треножного станка пусковой установки позволяют производить стрельбу со всех достаточно устойчивых поверхностей, с кабин автомобилей и в необходимых случаях с плеча с упором на местные предметы. Плавность хода и точность механических приводов наведения, хорошо зарекомендовавших себя на предыдущих образцах, снижает требования к квалификации оператора. Полный курс обучения расчетов для боевой работы комплекса «Метис М1» довольно прост и составляет 16 часов. Комплекс «Метис М1», как и все комплексы управляемого вооружения, имеет средства технического обслуживания и учебно-тренировочные средства. Особенностью всех комплексов семейства «Метис» является то, что все пусковые установки и ракеты взаимозаменяемы и могут эксплуатироваться в любом сочетании. В силу высоких боевых и эксплуатационных характеристик и удовлетворения всем требованиям к оружию переднего рубежа обороны по скрытности и мобильности, комплекс «Метис М1» в сочетании со стрелковым и гранатометным оружием значительно повышает эффективность подразделений, а за счет относительно низкой стоимости комплекса позволяет достигнуть насыщения в низовом ротном звене. По всем вопросам приобретения противотанкового ракетного комплекса «Метис М1» обращайтесь в конструкторское бюро приборостроения. Город Тула.